Открывать сегодняшнюю регату. Уверен, что данная регата ко дню города уже вошла в ДНК нашего города и уже никак ее из города не выведешь. Нужно ее ежегодно только улучшать и делать ее более масштабной. Николаев – удивительный город, город, в котором полно секретов, традиций, многих интересных историй, но, к сожалению, не все николаевцы любят Николаев. И, к сожалению, не все хотят его развивать. Поэтому мне очень приятно, что вы как раз присоединились к развитию города, потому что исторически так сложилось, что город на воде всегда был с кораблями, всегда был с судами, всегда был с яхтами. И наша с вами задача – возобновить былую славу морского города Николаева, хоть до моря здесь и далеко, но в принципе… Город, который находится возле воды, обязан пользоваться береговой линией. К сожалению, мы сейчас этого не делаем, а только приходим к этому. Поэтому поздравляю вас с тем, что мы на пути великого будущего Николаева, и вы являетесь частью этого будущего. Спасибо вам большое и с наступающим днем города, днем рождения нашего любимого города Николаева.